Накануне этого события сотрудники администрации города совместно с медицинскими работниками и волонтерами провели рейд по кафе курорта под названием «Отдай пепельницу». Защитники здорового образа жизни раздавали информационные листовки о вреде курения, вели доброжелательные беседы и забирали пепельницы. По словам сотрудников администрации, все собранные пепельницы будут отданы на переработку. Что именно будут делать из них впоследствии, пока не решили.